Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Сразу переходим к событиям и смотрим. Опасные травоядные, опять же схватка редких и схватка чемпионов, плюс дрожь земли. Ну что же, опасные травоядные, давай хотя бы глянем, что у нас тут вообще можно выудить. Димитродон, микропозавр, ну тут сам понимаешь, шанс вообще маленький. Так, легенды и... Тут одни легенды. Слушай, так давай попробуем. Три поединка. А, тут еще и моды. Блин, тут еще и моды. Ладно. Так, анкилодок, гиганоцефал и лабиринтозавр. Что-то у меня как-то тут травоядных, если честно, маловато будет. У него 30 уровня, да? У меня 20-го. Блин, я не знаю, ребят. Тут вряд ли мы сможем, конечно, с ними конкурировать. Тогда и не пойдем. Почему не пойдем, ребят? Ну, во-первых, чтобы моды не тратить, да? Это раз. И чтобы динозавры у нас остались с тобой тогда уж на дрожь земли. Так, я сейчас гляну, что у нас вот здесь вот. На випке. Ну вот, вот здесь вот можно, наверное, подраться, да? Так, давай глянем, что у нас тут. Синтетоцерас, архиотерий и амфицион. Вот, вот это вот уже мне нравится. Так, ну что, давай возьмем против синтетоцератос, я возьму амфициона. Против архиотерия мы возьмем синтетоцерас. И против амфициона я возьму индрикотерия. Да, жалко, конечно, что мы с тобой тратим именно очки доверий за эти поединки, но... Как ты знаешь, они окупаются. Причем с лихвой. Так, сколько мы? 110. Давай, наверное, я вжарю ему. Так, и остается у него 130 хп. 100% тебе говорю, будет меняться. Да ладно. Я глазам своим не верю. Он решил атаковать. Я знаю, почему он решил. Чтобы я потратил две атаки. Потому что у меня 110, а у него 130. Поэтому... Приходится вот так вот делать. Ну что, выходит архиотерий. У него 123 к атаке. Даже если он все пропишет, он меня добить не сможет. Ну и я, соответственно, тоже. Поэтому берем с тобой синтетоцерас. И вот им как раз, наверное, уничтожаем. В топку, да, как говорится? Замечательно. Ну и остается амфицион. Так, против амфициона у меня кто пойдет? Индрикотерий, конечно же. Даже здесь добить не смог. Ну что же, мне нужно всего две атаки, а у меня их три. Так что в любом случае ему крышка. Я тебе скажу, что этот поединок был вообще на изи. Но на то он и первый. Давай посмотрим, что у нас там дальше. И, кстати, надеюсь, что у нас с тобой будет событие с водными, потому что там разыгрывается черепаха. Ну, я имею в виду в лиге. Так, друзья мои, меня немножко здесь отвлекли. Продолжаем. Эндрюс Сарс, Фараракас и Саркастодон. Ну что, здесь возьму, наверное, Келлингер. Против Фараракаса возьмем Шерстистого. Ну, а здесь Эриматерия. Поехали. В принципе, я думаю, здесь будет победушка. Этого мы сразу с тобой уничтожаем, Эндрюсар. С одного удара, так сказать. Давай, Келлинкен. Красавчик. Так, выходит Фараракас. The Battle Фараракас. Сразу вспоминается мне Дюна. Там точно так же было. Ну что, я, наверное, сделаю вот так все-таки. Возьму два очка действия. Он взял две защиты. В общем, грубо говоря, ему не повезло. А, ты так решил. Ах ты, жук ты навозный. А вот это ты зря, парень, делаешь. Ой, как ты это зря сделал. Все, ему крышка. Так, 455 хп. Раз, два, три. 455, блин. Придется сделать так. Ну что, в топку его, этого Саркастодона. Ну-ка, Фараракас, иди сюда обратно ко мне.
Так, хватит ли ему? Ну, все. Доигралась птичка певчая. По полной программе заряжаем. И да, им крышка. Ну что, второй поединок у нас тоже прошел довольно неплохо. Остается последний, третий, и пойдем уже на лигу. Будем там разбираться. Тем более, я так понимаю, сегодня первый день лиги. Должны типа мини-бустика сделать. Но сначала здесь подеремся. Так, кто у нас тут? Эриматерий, Фраракас и Дипротодон. Так, Дипротодон. Вот против него, конечно, было бы неплохо взять... Ой, какой Эндрикотерий? Нет, нет. Эриматерий, вот. Здесь мы возьмем с тобой Эриматерия. Дальше. Мы с тобой возьмем... Ну, давай, Гасторниса. И против Эриматерия... Погоди, что-то я не то делаю. Ну, конечно, не то. Вот так, а потом вот так. Все, поехали. Ну, я сразу буду атаковать. Я не буду здесь копить энергию. Лучше сразу дать за трещину, потому что если он будет меняться, он уже в любом случае потеряет свой бонус энергии. Видишь? Взял Фараракаса. Блин, мне это невыгодно, ребят. Давай-ка вот так вот сделаем. И возьму я бонус. Интересно, будет меняться? Конечно, конечно меняется. Берет обратно Эриматерии. И это его большущая ошибка. Так, Фарарак Гасторниса. Давай-ка мы сейчас его уложим в баньки. Здесь он, по-моему, все потратил. Да, все. Раз, два. Гудбай. А вот Дипротодон. Да, Дипротодон нас сейчас, конечно, накажет. Сливает все. В принципе, так и должно быть. Упала моя птичка. Так, ну он все слил, поэтому делаем с тобой элементарно одну атаку. Две защиты и два бонуса очка действия. Чпок. И Дипродон отдыхает. Ну вот мы и вернулись. Давай, Фраракас. Ничего не стал делать. Удивительно. Давай, мамонтенок, выходи. Полностью заряжаем. И уничтожаем. Ну и как по мне, ребята, довольно легко все получилось. Теперь бы мне хотелось бы посмотреть, что у нас выпадет. Хочется что-нибудь такое получить, что у меня еще не было. Давай. Так, деньги. Блин, по-моему, есть у меня. Шунозавр. Конечно же, он у меня есть. Опачки. 1300. Ну что, по випке вроде бы как все. События только для VIP. События только для VIP. Угу. А здесь у нас редкий схватка чемпионов. Дрожь земли. Дрожь земли, давай посмотрим. У нас чисто водоплавающий. Нет, друзья мои, нифига не водоплавающие, а обычные поединки. Ну тогда давай приступим. Так как первый поединок, я, наверное, начну с изичного, да? А точнее... Блин, тираннозавр, что-то у меня не прокачанный. Начнем. Стегозавр, Кеца и Пастозух. Давай смотреть. Ну? Чё так долго-то? Давай быстрее. Аргентинозавр, Анкилозавр и Аллозавр. Ну, против Аллозавра как раз Пастозух-то и пойдет. Ну, тут, наверное, сразу бомбанем с тобой. Сразу ударчик сделаем. Если сейчас он поменяет на Аллозавра, а он, скорее всего, поменяет, нам придется выводить Пастозуха. Единственное, что Кеца здесь вообще как бы не при делах, ребят.
Опа, ты видишь, что творит? Ну что же, мы его с удара, прикинь, сейчас снесем этого лозавра. Гуляй, Вася. Отдыхает. Ну что, анкилозавр. Его, кстати, тоже можем с удара снести, прикинь. У него 182 хп, а у нас 186 к атаке. Ну и что ты будешь делать? Ничегошеньки, давай проверим. Вырубаем. Ну и выходит аргентинозавр. Так, 5. Но, скорее всего, победит. Кеца, давай-ка глянем, на что ты тут способен. Ну да, все, уничтожаем этого аргентинозавра. Ну что, друзья мои, первая победа за нами, отлично. Ну все, 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 Кеца, хорош, чтобы выплясывать. Мы и так знаем, что ты хорош. Сейчас будем смотреть, насколько быстро мы вообще будем продвигаться. Так, переходим с тобой в добычу. 33 место. Блин, как мне вот этот кот, этот 19 раздражает. Крутанем. Посмотрим, что нам здесь может вообще выпасть. И я понял. Так, секунду, друзья. Во-первых, здесь заберу награды. Так, стоп. Да куда ты, дай мне. Купите билеты на розыгрыш призов. Это в плане. Блин, это нужно посмотреть видео. О, ну разберись там, сходи уже. Так, ну, забираем здесь награды. Так, завершить ежедневки. Принять сражение. Ускорение, сделку. Давай сделку завершим, быренько. Тиранодона я не собираюсь отдавать. Баксы. 11 долларов на закалку. Вот это вот я, наверное, сделаю. 107 очков поменяем. Так, юрский. Выбрать на очки доверий. Давай обменяем. Так, опять же юрский. Опять же на очки доверий. Ну, дилофазавров, сам видишь, у нас много, поэтому я и меняю их. Диплодоков, ты видишь, у меня много. Вон, иритаторов. Тут вообще 60, маловато, конечно. Так, забираем. Что у нас там еще? Еду потратить и моды. Дайте мне за деньги. Поехали. Давай, Блю, ищи мне нормальный пак. Или хорошие моды. Ну, хорошие моды в обычных. Опа, красота. Ха. Замечательно, сразу выполнил задание. Плюс еще 30 очков доверий. Да. Забираем. Ускорение, так, и потратить еду. Ну, по поводу ускорения, кстати, у нас же, мы не проверяли с тобой наши. Так, Зухамим уже созрел. Вот он. Поместить на рынок. А на рынке он у меня недоступен. Нет, конечно. Здесь заберем. Так, Зухамима мы с тобой определили. Так, давай далее смотреть. Тернадон. Так, кстати, птеранодончик. Замечательно, там где-то у нас. Ну, да промотайся ты. Вот он. Вот мы с тобой выполнили задание.
Забираем. Использовать ускорение. Так, и у нас еще Эдиоморфодон. Тоже готов. Поместить и прокачать. Замечательно. Два Эдиоморфодона. Но это опять же еще не все. У нас вот тут вот. Смотрим. Кранозавр, ты будешь? Это трэш. Как он, ребята, долго прокачивается? Это я не знаю. Специально что ли так сделали? Не пойму. Скафагнат. Ну, наконец-то, созрел. Наконец-то он прокачался. Все. Быстро мы с тобой еду, конечно. Прикольно он тут лазит. Я, кстати, не видел, что он так делает. Так, что-то мы тут забрать можем. Ага. И опять же, это еще не все. Элосмозавр, ты как? Вот, я понимаю, ребят. Элосмозавр, хоп. Моментально, без всякой суеты. Его нужно будет прокачать до 20 уровня. Так, и здесь забираем награду. Так, здесь, значит, один остался. Вывести. Нам нужно с тобой очень быстро сейчас закончить. Все, завершили это задание. Ну и, как видишь, принять ПВПшку и тому подобное. Так, а вот я думаю, может быть, нам кого-то поставить на эволюцию. Нет, не тебя это уж точно. И не Бонитозавра. И не Тодзи. Так, а кто же у нас Ихтиостега, где у нас? Подожди, что сделали-то мы? Короче, я его так не найду. Давай сделаем немножечко попроще. Вот сюда заходим. Все существа берем с тобой, амфибии, и ищем Ихтиостега. Где он? Вот. Перейти. 120. Блин, у меня даже не хватает еды. Начать эволюцию. Включить, включить. Все. Пошел процесс. Здесь мы с тобой кого-то же нашли вроде бы, да? Сейчас глянем. Да, здесь у нас и... Воу. Шунозавр. Подожди-ка, а разве я в прошлой серии не стал выводить Тернодона и тому подобное? Так, Тернодона. И Уинозавра сейчас еще поставим. Так, хорошо. Кого можно еще здесь влепить? Уже так. Ну, для проформы. Мы можем, кстати, сделать вот так вот. Выйти на гибриды. Ага, гибриды почему-то. А почему гибриды у меня не активны? Так, все существа. Гибриды. А, наверное, надо было вот так вот делать, да? Мощные гибриды. И кого бы нам взять? Мы можем Афекамима взять и вывести. Давай, наверное, так и сделаем. Все. Мы их потом соединим, будет нормально у нас. Ну, а мы продолжаем события. Погоди, я что-то не понял. Стой, 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 стой. Подожди, мы разве... А, мы же не стали проходить. Точно, ребят. Мы не стали проходить, потому что...
Я уже подумал, что за фигня, вроде проходили. Вот это меня накрывает, ребят. Да, бывает же такое. Так, ладно, сейчас у нас немножко другие с тобой дела. Давай возьмем Принозуха, Уинозавра и Скафагната. Скафагнат, кстати, этот не прокачан до 10 уровня. Надо на заметочку это писать. А почему не прокачан? Естественно, потому что не хватило еды. Опа, опа, опачки. Он вызвал редких, а у нас легендочки. Так, ну тут понятно, летун. Блин, сейчас же он возьмет хищника, 100%. Какой-то джунгариптор, а? Меняется. Ты серьезно? Так мало атаки? Ну а если я возьму вот так? И сделаю вот так. Будет менять опять на этого своего джунгариптора, скорее всего. Так, ну что, пора с ним, наверное, завязывать, с этим джунгариптором. Достал у меня в корень. Раз, два, три. Да, его уничтожаем. И появляется у нас спинораптор. А, спинозавр. Ну что, спинозавр, давай. Ну что ты там жамкаешься, ерзаешь? Или бей, или не бей. Бьет. Все-таки ударил, да, жучара? Раз-два, бонус. Ну, понятное дело, что спинозавра побеждаем, и выходит малофазавр. Давай посмотрим, кто кого. Что он будет делать? Ребята, у него 28 атаки всего лишь. Что он может сделать против меня? Ничего, абсолютно. Нет, это ему не поможет. Мне достаточно одного удара. У него с жизни было на 180 хп всего лишь. А у нас атака на 206. То есть с большим, как говорится, запасом у нас шло по атаке. Естественно, шансов у него не было. Так, ну сам понимаешь, это только начало. Что такое-то? Это только начало, так что все самое интересное еще впереди. Так, мы уже дошли с тобой до Лиги Выживших. Да ё-моё, я думал... А, так там Архилон. Архилон не так мне интересен, если честно. Единственное, что как сам пак, да, хотелось бы получить. Ну что же, Скафагнат неплохо отыграл. Возьмем Птернодона, возьмем Шунозавра. Кстати, вот Шунозавра 10 уровня. И мы с тобой еще одного выводим. Потом мы можем их скрестить. И возьму я Саркозуха. Такая неплохая команда. Как раз у нас есть с тобой и против рептилий, и против хищников, даже против летунов. Угу. Вот против лиственников, к сожалению, у нас нет. Хищника мы не взяли, это плохо. Это плохо. Придется, наверное, нам выводить с тобой... А, у нас есть универсал. Вот. Почему универсал? Потому что он идет хорошо против... Ну как, он идет на равных с травоядниками, но очень хорошо идет против хищников. То есть, как бы, оставлять лучше его. Вот он сейчас думает, правильно сделал, умный такой, да? На тебе. Хлоп, и готово. Так, диплодок вылазит. У него 49 к атаке. Ну сколько 49? 50 на 3, ну 200 где-то он может мне влупить, это максимальное. Давай, давай, диплодок, не думай слишком много. Странно. Ну что, на проверку? Так, чуть-чуть нам не хватило, да? Уничтожить его. Ну давай глянем. Если он сейчас все потратит, конечно же, мой Шунозавр его победит. Вот, видишь, что творит. Даже не добил. Фу. Даже, друзья, не добил он. Ну что, до свидания.
Я только одного не понимаю, зачем я сделал две защиты. Они как бы здесь вообще не нужны. Надо было все ставить там в бонусы и все. Видишь, что творит? Ну да, 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 уничтожил. Так, нет, шунозавр. Ты уж извини, но эта честь выпадет не тебе, а нашему птеранодону. Он будет именно добивать сегодня. Давай, истреби этого велоцираптора. Все. Ну, сам видишь, победа. Все шикарно. И давай смотреть, куда мы с тобой переместимся. В принципе, пока такие битвы, можно даже брать кого-то послабее. Итак. Опачки, 18-я позиция. Как тебе такой расклад? Ну. Маловато. Маловато мне дают наград. Ладно, ничего страшного. Так, ну что, я возьму диплотатора, велоцираптора и кувазуха. Ой, блин, зачем я двух этих-то взял? Кувазухов-то зачем двух взял? Если он сейчас возьмет летников. А он взял летника, птеранодон у него. Ё-моё. Вот это я лопухнулся, ребята. Давай сразу бомбить. Я не знаю, сколько птеранодон будет там. Слушай, ну этот литронакс такой, да, какой-то как оперившийся в мех, короче. Волосяной покров у него. Так, а вот, ребята, и птеранодон. Мне против птеранодона, я не знаю, что делать. Просто вот не знаю. Кулазух, наверное, выставлять, как мясо на растерзание волкам. Больше я не знаю, что тут еще можно сделать. Да ладно, он ничего не стал делать. Странно. Он тоже, что ли, решил накопить очки действий себе? Окей. Вот он все их сливает. Это не шиша, не мудрое было решение с его стороны. Раз. Два. Три. Раз, два. Раз, два, три. Так, в топку. Литронакс. Блин, 217 к атаке. Ну и сколько ты потратишь? Все 4 атаки. Ну что, деблататор, остаешься ты у меня один. Раз он все слил, делаем так. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Вырубаем этого литронакса. Трицератопс. Ну тут, наверное, всем прекрасно ясно, что шансов у него здесь на победу и быть не может. Восемь очков действий. Переводятся все в атаку. И крышка ему. Вот и все. Молодец, красавчик, диплотатор. Справился со своей поставленной задачей. Ну, а мы двигаемся дальше. Так, мы с тобой попадаем в охотники. Награда еще лучше должна быть, по идее. Но из всего мне достается 5 еда. Так, ну что ж, давай думать, кого нам взять. Возьмем тираннозавра. Тираннозавра. Афиокамима возьму и скафагната.
Скафагнат, кстати, тоже 13 уровня, не прокачанный. Опачки. Три хищника, друзья мои, три. Да. Ну что же, начнем с атаки. Вместо травоядника лучше бы у меня был бы какой-нибудь рептилий, амфибия. Ну что ты там обдумываешь? Хорошо. В топку его. Так, сейчас мы посмотрим, кто вот этот такой. Циратозавр. 600 здоровья, 101 к атаке идет, да? Беда какая-то прямая. На дорожку, так сказать, ему влепим. Ну, понятное дело, сейчас он уничтожит, но скафагнат, он и в Африке скафагнат. Все, да? Выпендрился. Ну что, ребята, прописываем одну атаку. Берем две защиты и одно бонусное очко. Так, раджазавр. Сейчас посмотрим, сколько он там будет у нас по атаке. 166 на 4. Ну да, он здесь ничего не сделает. Так, тупо пропустит ход, что ли? Нет, решил все-таки бомбануть. Ну вот и славненько. Распрощаемся с этим раджазавром, потому что больше он нам мешать не будет. Вот так вот. Меня больше интересует, куда мы сейчас, на какую позицию переместимся. Покажите, пожалуйста. Так, слушай, 42-я. Что-то быстро у нас как-то идет здесь передвижение. Ай-яй-яй-яй. Продолжаем схватку. Так, беру тираннозавра, лабиринтозавра и капразуха. Хочу посмотреть, что вот тут получится. Опа. Опачки. Немножко неправильно постановку я сделал. Ютиранус у него. Ну, тут, наверное, делать надо вот так, скорее всего. Будет же он брать, наверное, этого Арамбургиана. Скорее всего, будет. Угу. Ой-ой-ой, 693 к атаке, ничего себе. Берем бонус. Только не говори, что ты сейчас возьмешь Тирануса обратно сюда. Очень интересно. Я все сливаю, ребят. Ему минус. Отлично. А вот теперь Тиранус. Давай, сливай одну очку действий своих. Ну. Он так и делает, правильно. Вряд ли он взял три защиты, да? Вот, тогда крышка тебе, парень. Эрликозавр, да? Собственно, персоной.
Ну, что он там думает? Ох, ёк-макарёк, вот это мне прилетело. Ладно, смотрим, сколько у нас берет. Ух, ёк-макарёк. Не, ребят, тут надо... Раз-два, раз-два. Тут надо нам набрать побольше мощей. Еще побольше. Раз-два, три... Раз-два, вот так вот. Очень рискованно. Есть, попался. Друзья, попался, хрюндель. Уничтожаем. Вот так вот. Захотел чего? Тираннозавра моего обмануть. Ничего не выйдет, парень, тебе. Мы таких, как ты, на обед ели. Пачками, да? Так, какая там у нас позиция будет? Четвертая. То есть мы сейчас попадем с тобой еще в высшую, да? 5%, по-моему, там будет у нас. Так, монеточки. Продолжаем схватку. Ну что, у нас есть Ютиранус. Так, Ютиранус. Ихтиостегу я возьму и, наверное, Унезавра. Давай смотреть. Блин, я не взял летуна. Мне надо было, наверное, вместо Унезавра. А в принципе и правильно, что не взял. Блин, ну там одни легенды. Там, друзья мои, одни легенды. Сам видишь, да? Давай, давай, давай. Две. Ох, я думал, не добьет, ребята. Добил. Такое ощущение, что здесь я сфейлюсь. 315 к атаке. Неужели вырубит? Ну это все, это, ребят. Хана мне по ходу дела. Вообще без вариантов. Прикинь. Ну, этого победим, а вот как с нижним-то драться? Скажи-ка мне на милость. Нет, все тут, ребят, кранты. Если даже он 3 сделает атаки, там уже под 1000 с лишним выйдет. Ну что, это мне было уроком, да? Уроком в плане того, что... Бери покрупнее, пожирнее, помесистее динозавров. Как говорится, ты уже все-таки не на первой строчке там, а в Лиге Охотников почти у финала уже. Ну что ж, я понял этот урок. Я сделал определенные выводы, поэтому Птеранодона берем. Берем Спинораптора и... Ихтиостегу. Вот эти ребята уже будут по топчику. Тиранозавр, альбертозавр и прианозух. Окей. Сразу меняемся, сразу же. Оп, подожди. Вот так вот. Естественно, он сейчас побежит прианозуху плакаться. Ха-ха. Я тебе говорил. А давай я вот так сделаю. Ну и чё?
Здравствуй, Пленозук. Чего ты там задумался-то? Не знаешь, да, что сделать? Как лучше сделать? Жамкается, жомкается. Я тебя понял. Теперь лови мой привет. Раз, два, три. И бонус. Все, допыхтелся. Альбертозавр. 375 к атаке. Ой-ой-ой-ой-ой, что сейчас будет, ребят? Ну, ему достаточно две атаки сделать. А он тратит все. Тем лучше для нас. Пам-пам-пам. Давай. Рви его. Ну и выходит Тираннозавр Му-2. Ай, красота какая. Ну давай, родной, станцуем. Лезгинку в оранжевых ботинках. Их тебя стега, тебя все равно порвет. Я тебя понял. Тогда спинораптор тебя разорвет. Да, конечно же. Коэффициент защиты к атаке не добрал нужного действия, поэтому, естественно, разорвал. Какой ты пучеглазый, а? Какой-то он с этим глазом как-то так нелепо смотрится, да? С этим, со своим выражением морды такой. Да что вы мне все сюда-то подкидываете, не могу понять. Друзья мои, мы в хищнике 5% лучших. Игроков. Опачки. 150 ДНК. Поехали. Беру Скафагната, Сфенокадона и... пам-пам-пам, пам-парам-пам-пам, Диплодатора. Поехали. Ну, противник-то, соответственно, будет здесь пожестче, мне кажется, уже. Сфенок... ох ты, Эдюморфодон, Уэрхозавр и Таниколагрус, прикинь? Вот такие вот пироги. Да. Тут уж как-то не до шуточки, если честно. Серьезно сейчас это сделал? Ты сейчас это серьезно? Ну, Сфинокадон его не пробьет, ребят. Не сможет. Не хватит духу нам просто-напросто. Раз-два. Ну, сейчас он, конечно, поменяется. Ты посмотри, какой, а? Не стал меняться, не шиша. 1260. Так, дальше у нас... ага. Поехали. Минусуем этого парня. Эдиуморфодон. Ему нужно потратить 2 очка действия. То есть 2 атаки нужно сделать. Смотрим. Лучше бы в идеале он 3 бы слил. Нет, все-таки 2. 1 очко действия он оставил у себя в запасе. Получается, да? Нам нужно по нему 4 атаки провести. Плюс 2 у нас в запасе. Сейчас проверим. Раз, два, три. Этого даже за глаза и за уши. Плюс вот так вот. На тебе. Ну что ты, Николай Григорьевич, ну что ты сейчас сделаешь здесь? Ничего. Диплотатор, ну просто тебя в хлам. Выпотрошит, просто выпотрошит. О-хо-хо-хо-хо. Ну правильно, он же не знал, что я возьму еще допочки. Он думал, что я, наверное, в защиту там поставил. Так что поехали. Итого, насколько там урон? Ну, почти на 5000. Естественно, ты не клагируешь, этого пережить не смог. Вот как-то так, потихонечку, полигонечку мы с тобой двигаемся. Так, на какую позицию перемещаемся?
на 63-ю. Ну, оп, $10. Две битвы мы с тобой отыграли. Понял я. А вот теперь наша очередь брать каких-то гибридов. Я, наверное, возьму Тропиоглоптера, Карнораптора и... 100% будет рептилия, да? Наверное. Ну, давай возьмем Стегоцератопса. Гибриды, как ты видишь, не 40 уровня, да? 20-го. То есть такое среднее звено. Ох ты, Зухамим. Так, секунду. Ну, первый, конечно, удачно прям подстать попал. То есть мы сразу атакуем, да, на 560. Ему хорошо досталось, но он, наверное, Зухамима будет брать. И вот против Зухамима я даже не знаю, кого ставить. Рептилий у меня нет, к сожалению. Ха. Ладно, давай проверим. А, да проверялся. Слив. Друзья, будет слив сейчас. Ёк-макарёк, он еще и вот этого взял. Нам такие нужны? Конечно же нет. В топку его. Пять. То есть получается, он сейчас тратит две атаки. Три у него остается. Я даже не знаю, мне надо вот так делать, наверное, скорее всего. Три у него остается, да? Вот так попробуем. Ага, он все в защиту взял. Что-то, мне кажется, здесь дело пахнет керосином. Шесть. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Ага, вырубаем его. Прекрасно. Опять 6. Сколько он там? Ну, 2 атаки он явно. Ох, все, тогда ему крышка, ребят. Он 5 слил. 5 очков действий. Ну что, распрощаемся с ним? Конечно. Goodbye, my friend. Ха-ха, Зухамим одуплился. Все. Отлично. Что можно было бы и пожелать? Да ничего. Побед за нами. Довольно неплохо, кстати, получилось. Ну и смотрим, что там дальше у нас. С 63-й позиции мы переходим на 44-ю. Еда. Еда живая и мертвая. Ну, дальше, конечно же. Продолжаем битвы наши. Битву титанов. Возьмем Пеликаниптерикса, Алангозавра и, пожалуй-ка, Уэрхозавра. Смотрим. Команда так себе на самом деле. Ох, ё-моё. Нифига, ох. Там у него гибриды. Ты посмотри, какие мощнявые, ё-моё. Что прикажешь делать? 23-го легенда. Я не знаю. Как вообще тут можно выиграть? 1296. Ты серьезно? Да тут мне вообще ничего не поможет.
Не, ребят, тут... Как бы я не хотел, посмотри, он с одной атаки, вырубает мне любого. Ну, а тут даже и говорить не о чем. Ладно, ну ты сам понимаешь, чем ближе к высшей лиге, тем, соответственно, противник сильнее. Поэтому здесь дело в том, что надо было брать покрепче, посерьезнее, да, динозавров. А я взял среднее звено. Ну и как видишь, из-за этого мы проиграли. Но здесь есть большой плюс, что когда мы проигрываем, нас в лиге не понижает. Вот это вот хорошо. Если бы понижали, как это делается во многих играх, было бы сложнее. Ну что же, раз пошла такая пляска, берем с тобой Топиалозавра, Раджастегу и Диплотатора. Вот, давай теперь посмотрим, что он против меня выставит, выдвижет. Каких там штукатурников-маляров. Он вызвал травоядников. Все три травоядника, окей. Блин, и они мощные все такие, ё-моё. 28 уровень. Посмотри. Да? Даже не побоялся. Ну-ка. Паразор Орлов мод 2. Мой ход. Мой ход, да, значит? В общем, топиалозавр, так как здесь нам не пригодится, я его спускаю на мясо. И будем смотреть. Ну давай. Что ты там мешкаешь? Ничего не стал делать. Поехали. 4 на 4 берем. Давай, бомби, а. Он должен, друзья мои, что-то сделать. Есть. Ну что, топиалозавр тогда сможет его сам разобрать. По идее. Проверим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поехали. Готов. Залмаксес. 1277 к атаке. Как тебе такой расклад? Ух, расклад просто опупенный, ребята. Так, ну что, берем с тобой делать две атаки. Раз, два. Раз, два, три. Раз. Допустим. Так, и выходит у нас Стигимолах. У него 300 к атаке. И здоровье, как ты видишь, у него охрененно дофига. А я попробую, я рискну. Ну что, Диплотатор, это по твою душу. Ну давай, давай, давай. Все. Да, Диплотатору достаточно провести одну атаку. А тут аж целых две. И мы выигрываем. Тяжелые поединки, на самом деле. Концентрируешься по полной программе, так скажем. Так, с 44-го мы попадаем с тобой на 25-е место. Поединки, опять же, еще повторю, ребят, не закончились.
Они еще, так сказать, в самом разгаре, потому что есть еще кого набрать. Так, ну что, я возьму Анкилодока, Эдю Морфодона и Теникал Лагрюса, наверное, вот так вот. Но я еще раз говорю, чем выше мы идем к финалу, тем серьезнее будет противник. Ёк-макарёк, ты посмотри. Ты просто посмотри. Я даже не знаю, что сделать. Просто бриллианты пошли. Это трэш. Это, ребята, трэш. Очень большой, огромный трэшняк. Ну, что там будешь делать? Все слил, понятно. Эдди Морфодон, ты сможешь с ним справиться, а? В принципе, сможешь, но потом погибнешь, наверное, да? Раз, два, три. Раз, два, раз. Давай вот так проверим. Так, Барионикс. 581 у него идет к атаке. Удивительно, он ничего не стал делать. Попробуем. Риск — благородное дело. Серьезно? А у этого-то повышенная атака идет. Ё-моё. Ну сколько ему нужно сделать? Две. Вот ты все рассчитал, да? Жучара навозный. Ох, я даже не знаю. 250, ладно, возьмем с тобой, наверное, раз, два, три. И вот так. Ну кто же знал, что он все в защиту возьмет, ребят. Так, ну что, попробуем пробить его, а? Или не будем? Не будем, наверное, пока. Раз, два, три, раз, два. Упс. Сейчас семеру влепит. Да, сейчас, скорее всего, семеру влепит. Вот почему, ребята, он 6. Крышка нам, да? Воу-воу, все, парень, до свидания. Корми жучков под землей. На. Красотища-то какая, а. Не ожидал, я даже не ожидал, ребята, что мы здесь с вами вот сможем победить. Серьезно тебе говорю. У него какое преимущество было? Ты видел уровни? Но все-таки победили. Давай попробуем перейти на самую высшую лигу. Нам нужно будет еще один поединок с тобой сделать. Сейчас я выставлю все самые свои мощные силы. А это птеродактиль. Нундагозавр и апатозавр. Круче просто больше у меня нету здесь ничего, ребят. Если дано, суждено нам свалиться, то дано. Пеликанептерикс. Подожди, а почему он так выглядит? У меня не так выглядит пеликанептерикс на 40-м уровне. Что-то тут не то, ребят. Давай посмотрим, что он будет. Рискнет атаковать или нет? Если рискнет, он... Блин, ты... Так. А вот этот рискнул, да? Куда ты с такой атакой, парень?
трындец. Вызвал, называется, самую свою мощь. Распетрушат нас тут, походу, дела сейчас, как тузик грелку. Скорее всего. Две 643. Все, ушатывает меня. Просто ушатывает меня. Тут, по-моему, ребят, без вариантов. Не знаю я. Как тут вообще можно? Пеликанептерикс сейчас уничтожит, естественно, нас. А нондогазавр не сможет справиться. У нас классовая будет слабость по нему. Так. Давай посмотрим. А что смотреть, ребята? У него 5 очков здесь. Сейчас все слив... Да, все, кранты. Ты прикинь. Вот это у нас... Почему пеликанептерикс у него так выглядит, интересно? У меня как-то не так он смотрится. И что же я теперь могу сделать? Эдиморфодоны и... Тенекалагриусы. И все? И больше мне взять-то некого. Эх, была не была. Я должен, ребята, как-то победить. Ну, ты сам видишь, что там творится. Там не ниже 20 уровня. 29, 15. Сейчас посмотрим, кто здесь будет. Все. Все, ребята. Сматываем удочки. Да о чем? Какая тут победа может быть? Посмотри. 39 уровень. Вы что, совсем, что ли, оборзели? Я не пойму. Это что такое? Что за... Не... Меняет. На кого? На Птернодона. Это мод 2 еще к тому же. Я могу только здесь одно сделать. Взять Эдиморфодона и... И что? И тупо копить очки действий. Да уж, раз-два, раз-два. Меняет еще. Смотри, что творит, а. Ну все, Тенекалагриус, давай, твой выход. Раз-два, три, четыре. Я вот не помню, сколько он, ребят, потратил. Наверное, все я все-таки... Блин, все-таки у него все было потрачено. Ай, так бы я бы... Блин, ну ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. Но он потратит одно очко действий, конечно же, сюда. Уничтожит Тенекалагриуса меня. Но как мы дальше-то будем бомбить? Как? Поехали. Я не знаю, ребят, у меня... О, все. 6 очков действий. Трындец. Да, вырубает нас тут. 800-800. К сожалению, да. Ну, а здесь мы уже ничего не сделаем, ребята. Извините, но нондогазавр тут бессилен, бесполезен. Не-не-не, я понимаю, тут, что ты хочешь пыхтеть. Сейчас вот этот вот выйдет хлыщ.
Сколько у тебя там очков? 5. Ну вот и все. Паразавр 7 уровня. Ну, не получилось, ребята. Хотел зайти, но видишь, я не знаю. Будем ждать тогда с тобой следующей серии, когда у нас откатится динозавр. Не знаю, куда мне там сбросит. А 100% сбросит. Трындец, не хватило буквально там чуть-чуть, чтобы перейти. Да, конечно, такие бизоны там, куда мне? Мне, ребята, там даже и делать нечего. Давай, открывайся, что там у нас? Бургерная. Просто выпадает мне бургер. Так, и последнюю. Последнюю награду забираем. Вот. Ну, а билетики я уже сам возьму, как говорится, за кадром. Ну что, друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!